Хоть, что мы сегодня будем снимать? Конечно, ведь я всегда готов. Всем привет, с вами вновь Женя Ананасов и наш канал Мудня. И как вы уже поняли, у нас сегодня день водных процедур, день сауны. Из жары плюхаешь в море, и тебе хорошо. Сегодня мы с вами пойдем на море. Будем делать обзор, покажу, какое здесь прекрасное в Таиланде море. Какое оно красивое, какой песочек на нем. И если вы готовы, тогда переодеваемся и идем на море. Готово. Пойдемте. Кепку надень. Пойдемте. Море. Прекрасно, как ни крути. Итак, дорогие друзья, мы с вами на пляже Паттайи, Таиланд. Вот такое море у нас красивое. Небо чистое, песок мягенький, деревья высокие. Ну что, буду пробовать купаться. По первым ощущениям, вода теплая, влажность 100%, я бы сказал. Приятно освежает. А теперь посмотрим, что же на дне. Тут у нас, значит, ракушки, водоросли и морские огурцы. Готово. Ну что ж, друзья, я надеюсь, вы увидели и убедились своими глазами, какое приятное море в Таиланде. Очень оно замечательное, теплое, освежающее, отлично подходит к этому климату, чтобы после такой знойной жары немного плюхнуть, поплаваться. Море купабельное, просто замечательное. Всем рекомендую море. Спасибо, что были с нами, с нашими котами. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Подписывайтесь, ставьте лайки. Нам очень приятно, мы видим каждого. Вы лучшая публика. Купайтесь с нами, загорайте с нами, кушайте с нами, живите с нами, будьте сами с усами. Море волнуется от нас. А теперь испытаем качели. Главное, непринужденный вид. Показать, как ты катаешься? Не переигрывай. Не надо. Не надо. Он дрожит. Оп. Водные процедуры. Следующий со мной. Съемка уже идет. Всем привет. Почему сауны? Ну, потому что в Таиланде всегда жарко, и ты, получается, прямо как в сауне. Еще раз что-нибудь руками поделай. Теперь можем идти на море. Садись. Скажи, что ты на день. Шляпу на день. Шляпу. Кипа. Я не похож на Индиана Джонса. Угу. Индиану. Ку. Индиан. Давай. Что делать?